Film noir, presents today, I Want to Ride the Elevator Alone. A Russian drama, comedy movie, released in 2016, directed by Konstantin Selivrostov. A film with hooligan humor and serious sarcasm, offers viewers to reflect on eternal, timeless values. Меня воротит от этого шли. Почему бабы все время воняют? Ну что за запах? Меня тошнит, когда я еду с бабой в лифт. Огромный гаджет, даже в лифте. Зачем он ей нужен? И начинает там тыкать в какие-то кнопки. Хотя в лифте априори нет. Просто дебилы. Средние, оставшиеся еще. Понимаете, или андеграунд, да. Или артхаусного направления. Я хочу вашу книжку купить. Для них вообще ничего святого нет. Я не понимаю. Что он